И всем привет, дорогие друзья, с вами Дима, Серега, Азриэль, Стеговичок. Сегодня мы играем в Гаррис Мод, пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. Карта у нас FNAF 1. Сегодня у нас очень классный режим, потому что у нас будет не NPC нападать, а подписчик будет нажимать кнопки. Если вы пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы будем стараться выживать. Ты готов? Да, да. Конечно. Ну что, раз, два, три. Выживание началось. Ну что, погнали нафиг. Ну, да. Так, ну пока что никто на нас не идет, Димас. Может, он кнопки забыл где нажимать? Нет, я ему, в принципе, объяснил. О, чика пропала. Движение пошло? Чика пропала. А где она? Она, может, на кухне? Не знаю, давайте почекаем. Стоит, Фокси стоит, это самое главное. Если он пойдет. Так, Серега, все хорошо. Да. Ну, чика пропала, и Фредди пропал. Бонька пропала. Кстати, Димас. Чика знаешь, где стоит? В туалете. Ах, она гадина такая. Да-да-да, она, короче, хочет там что-то сделать. А Димас бесстрашный пошел изучать. Да, я вообще никого не боюсь. Да он как-то слабо нападает. Фокси идет. Чика передвинулась, она уже стоит возле входа. А как он это делает? Вот я так, не я знаю. Ах ты псих. Он волшебник. Фокси наготове бежать, Димас, я вижу. Я скажу, когда он будет бежать. Да я дверь закрыл уже. Он же вроде полевый. Бежит, пацаны, бежит! Только бум. Отлично, снеговик. Хорошая у тебя попытка была. Замечательно. Я пугаюсь больше, чем вы. Да? Не ссы, я так 100 раз сделал. Так, стоит фиолетовый челик. Это фиолетовый Фредька. А как ты так делаешь, что он тут стоит наискосок? Ты что, сам их передвигаешь? Как-то криво, что ли? Нет, это они сами так. Ты! Серега, что там? Как будто он бухой. Ты че гонишь? Уходи оттуда. Алло. О, может, он понимает? Я его побил, Димас. О, у тебя такой мод прикольный, фонарик. Вот этот мод. Смотрите, какой здесь крутой фонарик. Фокси готовится бежать, я закрываю дверь, Димас. Так, давай. Чика в коридор. Подождите, а если я возьму пистолет? Ой-ой-ой, прикольно. Димас, прикольно, он да? Сейчас смотрится. Тебя съест. Ребята, напишите в комментариях, как вам такой мод на фонарик? Офигенно смотрится. Фиолетовый парень. Где? А, бежит Фокси, закрывай, Сережка! Я уже давно закрыл. А ты молодец. Ну шо? О, смотри. Здравствуй, засранец. Это свой наполовину. Так, давайте теперь я в офисе. Он засранец. Я теперь выживаю здесь. Понимаю, не могу Фредди послать вам. А чё? Я не знаю, нажимаю, нет. Может, надо подождать? Прикольный звук на этом моде. Ай, очень громко. Да, нереально громко. Я пошел на разведочку. О, я нашел этого. О, он с гитаркой. Кто он там? Машет. А ну иди сюда, челик. Он мне с гитарой машет, смотрите. Привет. Ой, прикольная как текстурка. Нормально, все у тебя. Нормально, вот с гитарой я стою. Как думаешь, если я подойду, он убьет меня или нет? Сейчас Фоди побежит. Ой, Фокси я побежит. Живой. Странно. Опа. Ой, я застрял. Побежит. Серега, я под этим додиком застрял. Да как? Меня Фокси убил. Это жизненно. Я успел закрыть это от Чики дверь. Ну, Фокси, к сожалению, меня все-таки съел. Ё-моё, здесь Чика клонировалась. Здесь две Чики. Да не может такого быть. Да, она умеет. Да, кстати, было такое, что две Чики были. Может, это с другой части, может, той Чика была. Да я не разумею. Бонни тут стоит. Засранец. Эй, я в невидимости как-то застрял. А кто тут-то? Ты где? Да ладно, в жопу засунули. Ну так нечестно. Жопа Чики. О, спасибо. Я тебя вытащил. Так я думал, что мне игра специально засовывает в одно место, а не хорошее. Ну знаешь, это игра всегда обстоятельства. Бьем парелки. Зачем ты посуду бьешь, а? Рукожоп. Здесь, по-моему, безопасно. Обратно в комнату охранника пойду. Фокси сейчас будет бежать. Серега, он уже поднял руку. Закрыл. Ой, я к нему на пути встану. Убьет он у меня или нет? Вот я стою, ну давай, иди сюда, морда. Он убьет тебя. Он убьет. 100%. Нет. Я ему не дам дверь от... Ой. Ах, ты ножик за спину держишь, да? Поганься. Бежит, давай, я тебя не пущу.
Блин, нет. Гипер не смог его сдержать. Такое не работает. Серега, давай добавлю нам еще один режим. Давай. Ну все, жди. Этот фиолетовый чилипиздрик опять там появился. Ой-ой-ой. О, еще сложнее будет. Ну все, давай, это... нажимай, и еще девятая ночь. Серед? Да. Алло, я хочу хардкор, я хочу жестко, чтобы было. Кто писал в комментариях, давайте жестко, мы это все сделаем для вас. И если вам понравится, ставьте лайкосик, подпишитесь на канал. Ролики выходят каждый день. А что это было? Димас тебя съел. А, мы не пройдем, да, так понимаю, эту ночь уже? И меня съели. А я спрятался. Отлично. Ребята, закрылся двери. Давайте не будем спешить открывать их. Стоит, стоит, не открываем. Стоит. Я хочу посидеть. А работает у нас? А, Alt-E. Стоит. Должен работать. Давайте откроем. Да блин. Ну что? Да как? Да это ты теперь специально. Бонька пришел. Это золотой. Это золотой. Я успел закрыть. Отлично. Балунбой. Все, и золотой, и ржавый, и серебряный. Все приходили. Коричневый. Да-да-да, коричневого. Здесь стой, Чика стоит. Так, о, кто это еще Димас, пришел? Они нас просто со всех сторон окружили. Так, конечно, девятая ночь пришел. И десятую ночь еще у нас плюс еще подписчик делает. Ну да, все на куче. На. Извини, о, обстоятельства. Фокси. Ел его. Так. Ну что, нормально все? Выходите, выходи, Димас. Выхожу. Азриэль, выходи. Голден Фредди. Ой-ой-ой, Серега, mm-hmm. спасибо тебе. А я живой остался. Я вот, тоже Серега, живой. Красавчик. Заходи, да, мы с тобой профессионалы. Да ну как? Да ну как она? Да кто дверь открыл там? Да ты, Серега? Кто-то дверь открыл нам это на зло. Так, все. Ой-ой-ой, совсем... Марионетка! Не заводили. Вот это вообще какая-то жесточайшая ночь. Мы не пройдем, мне кажется. Не, на что не пройдем? Мы и так уже не прошли. Я не боюсь его, но я выйду. Вот все. Ой. Фу, ё-моё, невидимая какашка здесь какая-то не дает покрыть. Смотрим на Фокси. Фокси стоит, делаем обзор. Обход делаем, короче, по пиццерии каждый час. Каждую смерть. Готовы? Нет. Ловите аптечку, скоро будет. Ой, блин, да что я тут застрял в пустом месте? Опять мне сейчас жопу Бонни дадут? Да. Бежит! А чё я провалился? Да что со мной? Это цирк какой-то. Клоунада, Димас. Тогда застрял, камера дергается. Фокси бежит, руками машет. Вот здесь тоже дергает, ё-моё, невидимая какашка какая-то не дает мне пройти. Короче, мне кажется, мы не сможем пройти эту ночь, потому что она очень жесткая. А они все успокоились. Короче, давайте сделаем в конце челлендж. Я обнуляю карту. Давай. А снеговик должен нас убить любыми способами. Сделать так, чтобы мы проиграли. Хорошо. Да не, ну подожди, подожди! Да ну не, ну подожди. Я живой, Димас, остался, я живой. Стой, 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 давай заново все. Вот сейчас, давай, погнали. Признайте, этот раунд выиграл я. Не, давай сейчас заново, я не считаю то, что ты выиграл. Заново. Миша, все фигня. Я еще живой остался. Ну да, Серега, ты был живой. Ладно. Подождите, пришел. Вот это, кстати, прикольно. Чего мы раньше так не делали? Челлендж, попробуй выжить в пиццерии. Ой, извини, Димас, помбу дал. Фонариком? Да. Ничего, ничего, бывает. Вон, у тебя шишка выскочила. Кстати, я хотел этому сказать, что если мы дверь не откроем, он нас не убьет. Почему? Может убить? Нет, нет, нет. А у него кончилась энергия, он не сможет его сейчас выбрать. А он буквально, подожди, чуть-чуть и сейчас... Я шкатулку завожу, пацаны. Давай, заводи. А, у нас же ночь не идет, что я завожу. Пришел. Можно нажимать Music Box, там всякое такое. Зачем? Не знаю, ты просто нас убей. Я могу это. Ты не можешь нас убить, не можешь. У тебя осталась одна минута, чтобы нас убить, и ночь будет закончена. Пацаны, пацаны, внимательно. Значит, у него один шанс это есть, это Golden Freddy. Смотри, кто к нам в камеру смотрит. Пришел, пришел, палит. Бля, смотри, черт. Натте, натте. Все, я ему надавал орехов. Фокси готовится бежать, и он бежит. Ой. Первый. Пошел.
Не-не-не-не-не-не-не, я ухожу. А где я там? Никого ж нету. А, стоит. Исчез. А, он здесь стоит. Где стоит? Ну, Ванька тут вот стоит на проходе. Попробуй пройти на картофанах. Давай, Димас. Я прошел. Он слепой. Нормально. Он нас не видит. Короче, мы затащили этот раунд. Ладно, ты затащил тот раунд, но этот затащили мы. И поэтому да. У нас что получается? Ничего. Мы вытащили. Нет, мы затащили. О, я знаю, Серега, что мы затащили. Что надо сделать? Бабахнуть. Нет. Не-не-не. Блин, и тут я проиграл. Давай, давай, давай его, лупи. Я убил его. Все, победила дружба. И это то, что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока.